очень интересная штука. То есть я не знаю, как в других видах спорта, я там не достигал никаких никогда результатов, но парусный спорт – это полная аналогия нашей жизни. Причем, я бы сказал, даже такая модель не утрированная, потому что есть вот все эти вложения, есть как бы начало юношества там в детских классах, когда ты ничего не понимаешь, и тебе кажется, что знаешь все, и есть какие-то там академические варианты, когда ты понимаешь, что ты не знаешь ничего. Кроме этого, когда мы выходим на дистанцию, то это вот абсолютно жизненная ситуация. У тебя все время есть право выбора. Все время можешь пойти либо в правую сторону, либо в левую. А что там произойдет, ты не знаешь. И ты все время решаешь эти проблемы. Ты их решаешь всю гонку. Ты постоянно понимаешь, что где-то ветер сильнее, где-то пошло какое-то изменение, кто-то из конкурентов где-то прорвался. Ты все время это контролируешь, принимаешь какие-то решения. Ну и есть еще один момент. Но это уже скорее то, что касается как бы понятия «настоящий мужик». Настоящий мужик, он должен что-то сделать. Если он пришел в офис и вдруг заявил что-то своему начальнику, говорят, что он герой, ну вот пусть он просто хотя бы 2 часа в неделю реально поборется за свою жизнь. Ну только так, реально, чтобы он понимал, что ну, может и не получиться. Вот после этого ну, он как бы по-другому смотрит на многие вещи и как-то по-другому к этому относится. Потому что когда мы приезжаем домой, мы, в общем-то, помним о том, что было при 18 метрах в секунду в середине озера. И от этого никуда не денешься. А нам приходится принимать какие-то решения, которые позволят тебе, ну, как минимум, спасти оборудование стоимостью в несколько десятков тысяч евро. Ну и как максимум, в общем-то, как-то решить вопрос, чтобы все те, кто ушли с берега, на него и вернулись. Люди, которые хорошо, ну, как говорят, интуичат, да, вот в парусах, они, как правило, достаточно успешны и в жизни. Потому что этот симулятор, он позволяет, конечно, многому научиться. Конечно, готовят лодки по-разному, но если говорить о серьезном каком-то подходе, то, наверное, даже то, что мы делаем, может быть, и этого еще недостаточно. Вот то, чем мы сейчас занимаемся, это полировка плавников, полировка днища. Это все из области 2-3%. 1% это в переводе на наш язык это примерно 30-50 метров. Поэтому 1% это несоизмеримо много. Если лодка идет реально на процент быстрее всех остальных, то гоняться с ней никому не интересно. Нормальная парусная дистанция составляет где-то 15-18 километров. А что такое 200-300 метров на финише? 200-300 метров на финише – это весь флот. Крупных соревнований в сезоне не так много. Обычно это 2 – чемпионат страны и чемпионат мира. Иногда бывает, что какой-то из этапов Еврокубка интересен. Вот под них и готовим. Поляк, который продавал нам эту лодку, он рассказывал, что перед каждым выходом у него 2 члена экипажа проверяют лодку. Один внутри, другой снаружи. Все гайки, все затяжки, все веревки, все без исключения. Поэтому мы занимаемся всеми этими вещами. Все то свободное время, которое у нас есть. Нам может подойти судейский катер и сказать: ну, ребята, покажите ваше снабжение. И мы радостно должны выложить якорь, цепь, веревки, весла, футштоки. Вот. Причем, что любопытно, если мы этого не делаем, то как бы результат достаточно плачевный, потому что, так как это касается вопросов безопасности, то
при отсутствии всего этого дела лодка просто дисквалифицируется на все гонки данного дня. В жизни вообще властвует только случайность. Мы учились в обычной московской школе и были, как всегда, на хорошем счету, с хорошими оценками, с хорошим поведением. И вот в шестом классе какая-то полоумная учительница сказала, что мы должны все заниматься в секциях, кружках. Вот. А с учетом того, что у нас через одну остановку метро был Дворец пионеров, мы, естественно, не стали торопиться и спокойно ждали ровно до дня срока. Вот, когда этот день пришел, мы пошли во Дворец пионеров и выяснили, что есть кружок кройки и шитья, там осталось одно место, и есть еще что-то аналогичное. Вот, вот тогда, значит, мы вспомнили, что отец моего друга, с которым мы вот так вот и халявили, он занимается какими-то яхтами. Мы решили, что вот мы тогда займемся яхтами. В Советском Союзе это вообще немножко было все по-другому, потому что, во-первых, все это было бесплатно. Во-вторых, была несколько иная идеология. То есть это был некий пропуск в большой мир. То есть в мир возможностей путешествовать, по-другому одеваться, даже иногда по-другому питаться, потому что там были всякие талоны там и так далее. Был достаточно серьезный отбор. Причем этот отбор был не только в таких видах спорта, как фигурное катание, да? Ну и в парусе. Хотя, конечно, меньше, чем в хоккее там или в легкой атлетике. Но у нас приходило каждый яхт-клуб Москвы, а таких было штук 8 человек по 50. И на выходе оставалось трое-четверо. Кто-то уходил сам, кто-то просто не был готов. Вот были тренеры, которых я бы, в общем-то, назвал скорее подвижниками, которые были готовы работать с пацанами, ну, в общем, можно сказать так, не за деньги. Это сейчас практически единственное соревнование, на которое, например, могут вот приехать ребята там из какого-нибудь Снежинска, да, это чемпионат России. Вот. А раньше были соревнования городские, были соревнования республиканские и так далее. На самом деле, чтобы поехать на чемпионат России, нужно было очень серьезно поупираться и выиграть массу всяких отборочных серий. А тогда выехать в Болгарию, это была практически невозможная задача, нереальная. И просто за то, что там поучаствовать в какой-нибудь там болгарской регате «Дружба», люди были готовы биться насмерть всерьез. Сейчас, к сожалению, ситуация довольно резко поменялась, потому что нынешние дети, они немножко по-другому вообще ко всему относятся. На просто какие-то романтические бредни никого не взять. А потом, ну, собственно говоря, кого нынче удивишь выездом за границу даже, да? Уж тем более, если не за границу. Большинство мальчишек как-то они в какой-то момент там читают про пиратов, про море там. Про... Вот. Никакого отношения ни к пиратам, ни к морю вот это занятие, естественно, как оказалось, не имеет. Но у этого дела есть, как бы сказать, свои интересные плюсы. You know how we do.
Серфинг очень красивый, конечно, вид спорта. Какое-то время, постсоветское время, находился в упадке ввиду отсутствия финансирования со стороны государства. Там. В данный момент, в общем, можно сказать, у нас этот спорт на подъеме. Вот, очень много сейчас вот видно на дистанции детей. Приходит новая смена в школы. Вот. В советское время парусный спорт, конечно, был более массовый, чем сейчас. Наверное, это было обусловлено как раз поддержкой государства. Вот. Ну, в то время доски, яхты, может быть, были попроще, вот. Ну, то есть и дешевле с точки зрения производства. В постсоветское время у яхтенного спорта, мне кажется, появилась другая очень позитивная сторона. Вот. То есть их сменам стал открыт, действительно реально стал открыт весь мир. То есть появилась возможность совершать очень дальние походы, действительно, вот, кому позволяет лодка и квалификация, реально кругосветные путешествия. Вот. Если в советское время, ну, на тех же яхтах класса микро можно было поехать на Онегу, на Ладогу, вот, и этим, может быть, ограничивалось. Вот. Сейчас с той же лодкой микрокласса, которая легко грузится на прицеп, вот, можно поехать в Европу, на европейские соревнования или просто на какой-то отдых. Тяжелый длинный день сегодня у гонщиков, потому что вышли они на воду в полдень. Я так думаю, что судейская бригада их продержит, ну, почти до заката, вот, в надежде, что ветер усилится. Все ждут сигналов судейского судна, ну и усиления ветра. Но, к сожалению, тенденция, вот по моему мнению, такая, что ветер садится, то есть становится все слабее и слабее. Дистанция сегодня длинная. Дистанция, как вот мы видим, обозначена желтыми буями, которые заранее на гоночной схеме прописывается. Вот, и все спортсмены обязаны следовать этой схеме. Вот сейчас вот мы наблюдаем, что ветра не хватает. Спортсмены сходят с глиссирующего режима. Вот. Глиссирующий режим – это когда доска как бы скользит над водой. А ветер будет? Будет. Ну вот сейчас из-за угла, из-за мыса, видимо, пришел порыв. Может быть, я ошибаюсь. Вот. Сегодня дистанцию судьи поставили достаточно далеко от берега, и там ветер может быть другим. И сильнее, и ровнее. А вот сейчас, кажется, действительно начинается и идет стартовая процедура. Вот гонщики плотно сгруппировались перед стартовой линией. Ветра, к сожалению, не хватает всем спортсменам. То есть пока без глиссирования они уходят на дистанцию. Много талантливых у нас спортсменов.
неплохо мы выступили и на прошедшей Олимпиаде, вот, с очень высокой конкуренцией со стороны остальных мировых лидеров в этом классе. Две, одна, сигнал. Тяжко падать. То здесь остаются только лидеры. И когда их много в одном месте, это не то, что не отпугивает людей, обычных обывателей. Они просто не понимают, как сюда зайти. Здесь другой язык, другой пласт общения, и он другой совершенно напрочь. Отличный от обычного. И это даже не сленг. Это мы между друг другом можем общаться, не говоря много слов. То есть это две-три фразы на воде, брошенные просто по ходу, да, они поменяли картинку напрочь.
Мы не снобы, точно совершенно не снобы все. Мы с удовольствием включаем людей в этот процесс, но только у человека должно быть желание. И не боясь к нему присоединиться. Если ты в себе чувствуешь открытость, да, и у тебя есть внутри не стержень, да, а вот это вот понимание красивого, которое ты хочешь съесть сразу, тогда ты сюда очень быстро засасываешься и вообще в любой парусный спорт. Основные идеи, которые заложены в парусном спорте, это то, что нет возрастного ценза никакого. Опять же, то, что нужно очень много тактики и стратегии. Реально шахматы. Шахматисты очень клево, кстати, себя ведут на воде. Если вдруг попадают в эту среду, они прям вот подсаживаются очень быстро и уже больше не вылезают из воды. И состязание достаточно сложное, когда метет 25. Там ты себя включаешь так, и на таких уровнях непонятных, что в обычной жизни там эти мастера ушу там и так далее доходят до этого совсем не быстро. Им там надо несколько поколений пройти. Вот. А вода просто тебя включает. Ну, настолько все твои резервы организма, моментально. Всю историю, если парусного спорта взять, да, у виндсерферов самое маленькое количество протестов. На что-либо, на восстановление результата, неважно, да. А протесты – это оспаривание какого-то результата чьего-то, да, в любом случае. Причина очень простая, на воде разбираемся по понятиям. Вот четко совершенно, есть правило, да, правый-левый галс. Да не волнует правый-левый галс. Ты просто думаешь о том, чтобы, блин, человеку не навредить. Чем вообще этот спорт интересен? Тем, что ситуация меняется каждую секунду. И вот такого же эпизода или картинки такой же не будет никогда. Никогда же не бывает идеальных условий, нет идеальной волны. Ты ее постоянно ищешь, она же разная. Ну, в любом понимании, то есть весь этот виндсерфинг и все, что с ним связано, тем более в нашей вот волшебной стране, это чистое искусство. Люди никогда не перестанут заниматься парусным спортом, виндсерфингом и всем остальным. То, что связано с морем, оно всегда останется.